Всем привет! И сегодня я бы хотел вам показать и мотивировать на здоровый образ жизни, потому что жизнь одна, ее надо беречь и заниматься спортом. Не сидите дома, занимайтесь спортом, занимайтесь бегом, закаливанием, всем, чем можно, только приносите пользу самим себе, потому что здоровый человек мыслит ясно. Будьте здоровы! Находимся в селе Фальков. Водичка ждет, ожидает моего погружения для того, чтобы наполнить меня силой, энергией и жизнью. Ибо я есть она, а она есть я. Во веки вечные. Здоровечка и сила пошла.